Всем привет, с вами Гамастер, и сегодня скажу, как же сделать честный PvP на своем сервере. Ну что, погнали? В этом видео я расскажу о плагине под названием Combat Log X. Плагин делает так, чтобы, например, игрока наказывало за то, что он выходит во время PvP, запрещает игроку включить Fly, использовать команд Home и так далее. В общем, делает честный PvP. Итак, приступим. Ставим ядро SpeedGoat или Pepper MC. Версия 1.12.2 или другую. И в настройки включаем пиратский. Идем скачать плагин. Combat Log X. Скачиваем первое. Скачиваем последнее. Плагин работает с версии 1.8 до последней. Имейте это в виду. И скачиваем два дополнительных плагина. Essentials. И VR Version. Все ссылки на плагины будут в описании. После того, как мы установим плагины, мы не запускаем сервер, а заходим в файлы и плагины. Вот видим папку Combat Log X, заходим в него, и Expansions. И видим много jar файлов, или же разрешение, или дополнение, или совместимости, как их правильно назвать. Сейчас я вам покажу, какие разрешения нужно убрать, чтобы плагин работал правильно. Потому что здесь есть разрешения, такие как... Если вас ударит моб или вы упадете с высоты, то вы войдете в режим PvP. И ненужные jar-файлы. В общем, показываю, что нужно удалить. Cheat Prevention запрещает при PvP команды, тотем бессмертия, Enderpearl, тягун и другое. Сразу говорю, jar-файлы с именем Compatibility... Мы удаляем все, кроме одной. Volguard Compatibility. Поэтому сейчас покажу, какие файлы удалить. Этот файл. Логер — это запись всех... PvP, которые были. Если вам это нужно, можете оставить. А если не нужно, можете удалить. Но я его оставлю. Это у нас... Это, по идее, у нас помощь новичкам. Чтобы их какое-то время не нападали. А Notifier — это... Скорборд, босс-бар и так далее. В общем, таблички на экране при PvP. Rewards — это... Эта функция дает возможность выдавать награду с небольшим процентом. Например, алмаз. Но, честно скажу, это лучше удалить. И оставляем последний. Volguard Compatibility. Все. Оставляем только 5 этих файлов. И идем запускать сервер. Итак, сервер запустился. Можно ее зайти. Итак, вот мы появились. Сейчас выдам себе опку. И последнее, что мы сделаем, это
переведем плагин. Итак, так же, как и в плагине Clans, я сделал свой перевод готовый. И для хостинга здесь все уже расписано. А для транса сейчас покажу. Скачиваем файл. Открываем его. На Тернесе заходим в файлы, плагинс, CombatLogX, Language и NAS. Дальше обратно заходим в файл с переводом. Нажимаем здесь Ctrl-A, Ctrl-C. Заходим на Тернес и в файле нажимаем Ctrl-A и Ctrl-V. И перевод полностью поставлен. Ну и быстро пройдусь по конфигу. Здесь важны только несколько пунктов. А именно... В Disable Words указываются те миры, в которых будет запрещен CombatLogX. А точнее, будет запрещен честный PvP. То есть в этих мирах не будет работать PvP. Это плагин. И самое главное во вкладке Combat таймер. Сколько будет длиться режим PvP. Ну то есть с того момента, как вас ударили. Если что, это в секундах. Например, можно сделать 30 секунд и 60. Или 10. Но я оставлю 15, как оптимальное число. Если вы хотите, чтобы игроки и привилегии не были в режиме PvP, тогда даете им разрешение CombatLogX Bypass. И, в принципе, все. Это вся настройка плагина. Прописываем CombatLogX. Reload. И все. Наш плагин на русском, и он настроен. Если что, вот команды плагина. CombatLogXHelp. Tag, untag. Я зашел со второго аккаунта, чтобы продемонстрировать, как работает плагин. Когда игрок бьет другого, включается режим PvP. При котором нельзя писать home, spawn, нельзя энтерперлами пользоваться. А если вы выйдете с сервера, то вы умрете. И ваши все вещи выпадут. Ну и в принципе это все. Ну что, ребятки, если понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. А всем удачи!